Итак, все знаки хирагана мы выучили, и теперь самое время приступить к изучению правил чтения и написания японских слов. Сразу оговоримся, что звуков в японском языке гораздо больше, чем знаков хирагана. Откуда же мы их возьмем? Итак, в японском языке существует такой знак, как нигари. Это вот две параллельные маленькие черточки, которые пишутся в правом верхнем углу буквы. С помощью этого знака, с помощью нигари, мы озвончим глухие согласные. Вспомним, что первый ряд с глухим согласным у нас был ряд на ка. Ка, ки, ку, ке, ко. Все буквы нам уже знакомы. Так вот, если мы напишем в правом верхнем углу этого знака знак нигари, то это будет означать, что данный слог нужно читать звонко, а мы еще помним, наверное, из курса русского языка, что звонкая пара у согласной «к», у звука «к» – это «г». Таким образом, данный ряд нужно будет читать «га», «ги», «гу», «ге», «го». Вот мы получили целый новый звуковой ряд, не изучая при этом никаких новых знаков хирагана. По-моему, очень удобно. Идем дальше. Следующий ряд – это был ряд на «са», да? Помним. «Са», «щи», «су», «се», «со». Поступаем точно таким же образом, но «с», например, в русском языке он имеет пару «з». Вот чистого звука «з» в японском языке нет. Он дает такое как бы сочетание согласных «д» и «з». «Дз», «дз». Попробуйте. «Дз». То есть чистое «с» перейдет в «дз». «Са», соответственно, с «нигари», при написании «нигари» будет читаться как «дза». Но мы помним, что у нас нету слога «си», у нас есть «щи». И, соответственно, слог «щи» будет читаться чуть-чуть по-другому. Он будет читаться не «дзи», а «джи». Вот так, как будто бы после «д» у нас бы писалось, например, «ж». «Джи». Попробуйте. «Джи». «Дза», «джи». Ну, а дальше все по правилам. «ДЗ» там возвращается. «Дзу», «дзе», «дзо». Еще разок попробуем. «Дза», «джи», «дзу», «дзе», «дзо». Отлично, я думаю, что все получилось. Следующий глухой ряд – это ряд на «та». Ну, здесь у нас два исключения, мы уже запомнили это, что у нас нету «ти», у нас нету «ту», но зато у нас есть «чи» и у нас есть «цу». «Та», «чи», «цу», «те», «то». Что же у нас получится? Ну, глухая звонкая пара у нас «т», «д», здесь исключения нет. «Та», «да», а вот «чи» и «дзу» у нас фактически читаются точно так же, как «щи» с «нигари» и «су» с «нигари», то есть «джи» и «дзу». То есть и эти элементы тоже будут читаться как «джи» и «дзу». Но я не просто так пометила «чи» красным цветом. В японском языке фактически нет слов, которые бы писались вот «чи» с «нигари». В заимствованных словах, которые там пишутся, у нас другая азбука, и катакана, есть такие слова, а в исконно японских фактически нет. Поэтому можно сказать, что такой знак мы вряд ли встретим, а если нам встретится «цу» с «нигари», мы будем читать его «дзу», ну и здесь придется запоминать, где у нас «су» с «нигари», а где у нас «дзу» с «нигари». Хорошая новость при этом в том, что вот «цу» с «нигари» встречается реже, чем «дзу» с «нигари». Ну, на этом хорошие новости заканчиваются, все равно запомнить придется. Идем дальше. Т с нигари у нас Д, и то с нигари это До. Значит, обратите внимание, это вот то, что нигари со слогом Т написано вот таким немножко странным образом, это особенности шрифта, и если вы будете писать ручкой, да, в тетрадке, вы напишите его вот здесь, так что не обращайте на это внимания. В действительности он пишется по-другому. У нас есть еще один глухой ряд, это ряд на ха. Вот ряд ха удивительный, потому что он у нас не только звончится с помощью нигари, но он у нас затем еще и оглушится с помощью другого знака, я расскажу чуть попозже. Итак, х
у нас даст снегири б. Хотя, ну, мы знаем, что х, б – это не пара. То есть ха, хи, фу, хэ, хо в парочке или в, как бы в союзе снегири дают ба, би, бу, бэ, бо. Несмотря на то, что вот этот знак у нас читается фу, а не ху, тем не менее снегири он тоже будет давать бу. Еще разочек повторим. Ба, би, бу, бэ, бо. И вот что еще у нас произойдет с рядом на ха. Если мы будем в правом верхнем углу, то есть в том же самом месте, писать другой значочек, его называют, умару называют, то ханнигари называют. Это не принципиально, главное, чтобы знать, как он выглядит и что он означает. А он означает еще больше оглушение данного звука. Ну, в действительности, х больше не оглушишь, и поэтому фактически мы будем оглушать вот этот вот ряд, который у нас получился с нигари. То есть мы б оглушим до п. И если мы напишем этот ряд с мару, то у нас получится, соответственно, я думаю, уже вы догадались, у нас получится па, пи, пу, пе, по. Вот, смотрите, сколько много звуков у нас появилось без дополнительных знаков хираганы. То есть, если мы представим, что все это надо было бы учить еще отдельные знаки, я думаю, что было бы гораздо сложнее, чем вот то, что придумали японцы с помощью дополнительных знаков образовывать новые звуки. Далее мы переходим к правилу, так называемому правилу удвоенной согласной. Дело в том, что в японском языке есть слова, в которых явно присутствуют удвоенные согласные. Да? Например, китте или там киппу. Да? Китте – это марка, киппу – это билетик. Вот за щи у нас щи удвоенная. Да? Минна. Значит, большинство этих слов, вот исключение составляет только слова, где удвоено у нас «н», потому что у нас отдельно знак N есть, и мы можем его прописать. Мы уже писали с вами, когда тренировали ряд на на, мы писали ми, мы писали отдельную N, а мы N как раз, да, тренировали, ми, отдельную N и на. И у нас получалось минна. Здесь проблем нет. Проблемы вот с этими словами, поскольку у нас нет отдельных знаков, которыми бы мы могли изобразить отдельно Т. Или отдельно там «п», или отдельно «щ». Поэтому японцы придумали, тоже скажем им спасибо за это, вот такой трюк. Значит, перед, я специально выделила это слово, чтобы вы не забывали, где нужно поставить этот знак, перед слогом с удвоенным согласным, то есть у нас вот здесь удвоен «т», значит, перед слогом с «т» пишется маленькая «цу». Что значит маленькая? Ну, она пишется фактически в полстроки. Вот у нас большая цу, а вот маленькая. Ну, даже при этом шрифте вы видите, что это значительно меньше. Она не читается, то есть она пишется на письме, она не читается, но она указывает на то, что согласную в слоге, в последующем слоге, надо читать как удвоенное. Китте, кипу, дзащи. Вот у нас все получилось. Ну, а минна мы удваиваем через знак N. Помимо удвоенных согласных, в японском языке существуют долгие гласные. Здесь правило чуть-чуть другое. Значит, после слога с долгой гласной мы должны написать еще одну гласную. То есть как бы повторить эту гласную. При этом при чтении мы не будем ее читать как отдельную, то есть там, например, «ка», а мы будем просто тянуть это «ка». Вот, например, слово «окаасан», «окаасан», мать, ну, как бы официально, вежливо, мама. У нас долгое «а». Что мы делаем? Мы пишем «о», пишем «ка», и теперь мы показываем на письме, что «а» у нас долгое, да? «Ока», и мы пишем после «ка» еще одну «а». Причем «а» мы пишем большую, не в полстрочки, обыкновенную букву «а». «Окаасан». Или вот слово «ие». У нас здесь долгое «и».
Поэтому мы пишем две и подряд, но при этом мы читаем не и, и, э, а просто тянем и. И-э, и-э. Нет по-японски. Следующее, например, у нас, да, долгое. Куки, воздух. Ну что, ну после знака ку мы напишем еще одну у и прочтем как ку. Не ку, еще раз говорю, а ку. Куки, воздух. И лишь одна гласная, гласная о, представляет собой исключение, потому что по каким-то ее, видимо, измышлениям она решила, что ее долготу нужно показывать не через о, а через у. Правда, существует несколько слов, исключений, в которых о, долгота о показывает через о, но в 95% слова с долгой о, а их очень много в японском языке, вот эта долгота будет показываться через у. Вот, например, слово куко. Куко означает аэропорт. Ну, ку здесь все по правилам. Написали ку, написали у. Здесь нас ничего не смущает. Но у нас длинное ко. И смотрите, что мы делаем. Мы после ко ставим еще одну у. И не читаем это при этом коу, а мы читаем просто длинную ко. Ку-ко. Вот это вот запомните, пожалуйста. Это важное правило. Оно немножко необычно, но поверьте, к нему быстро привыкаешь. Вы потом автоматически начинаете удлинять и не пытаться читать эту «у» отдельно. Поскольку у нас еще есть две етивые, да, етивые гласные, это «ё» и «ё», то на них распространяется, соответственно, правило «о» и «у», поскольку они образовались путем присоединения «и» краткой к «о» и то они, соответственно, будут также, их долгота также будет показываться через гласный «у». Например, «кёщцу», да, вот у нас «кё» долгое. К сожалению, вы пока не можете прочесть это слово. Хорошо, мы сейчас делаем по-другому. Сейчас перейдем к следующему кадру, а потом еще раз вернемся сюда. Итак, последнее важное правило при написании японских слов – это слога с гласными «я», «ю», «ё». Еще называют «етивые слога». То есть у нас достаточное количество слов, в которых четко слышится, там, например, «щё» или «кё», или там «пё», «нё», «ня», «ню». Поскольку у нас отдельных согласных «н», там, «п», и так далее, не существует. Я повторяю одно и то же, но я думаю, что вы уже это поняли, запомнили. Но на всякий случай, я думаю, что будет не лишнее. То японцам пришлось для образования вот этих етивых слогов взять самый мягкий, так скажем, столбик, да, из нашей хираганы, из нашей азбуки хираганы. Вспоминаем, у нас было 5 основных гласных. А, И, У. Э, О. Еще раз повторим. А, И, У, Э, О. И смотрите, какая из этих гласных наиболее мягкая? Ну, конечно же, гласная И. То есть к ней легче всего прибавить какой-то звук, да, етевой звук, и заставить читаться их совместно. То есть мы берем слога, соответственно, из ряда на Ка мы берем слог Ки, из ряда на Са слог Щи, из ряда на та, чи и так далее. И для того, чтобы образовать етевой слог, мы наши гласные етевые, я, ю, ё, будем писать не в полную строчку, а в полстрочки, точно так же, как мы писали цу. Это нам покажет, что дальнее сочетание нужно читать там не ки, я, не ки, ю, не ки, ё, а кя, кю, кё. Либо ща, щу, щё. Либо ча, чу, чо, ня, ню, ню, ха, хю, хё, мя, мю, мё, ря, рю, рё. Вот, собственно говоря, таким образом эти слога будут и образовываться. Если, например, у нас вот будет ю тут какая-нибудь долгая, да, например, мю, то мы точно так же, по нашему правилу, после нее напишем еще одну большую «у», и это будет долгое «мю», то же самое «ню».
Я у нас не бывает в японских словах долгим, а вот ее частенько бывает. И мы напишем вот так, как мы делали в предыдущем. Мы сейчас можем вернуться к нашему предыдущему слайду, да, и увидим. Вот у нас кёщцу, да, кё долгая. Значит, мы пишем ки, мы пишем маленькое ё, и после этого маленького ё мы пишем нормальную у, большую у. И читаем мы вот это все вместе, как кё, кё долгая. Ну и щицу дописываем, и у нас получается слово кёщцу, аудитория. То же самое, также мы поступаем со словом ньюгаку. Ньюгаку означает поступление в любое учебное заведение, будь то школа, университет, курсы какие-то, неважно. Значит, нам нужно образовать долгий ню. Мы пишем ни, потому что мы решили, что ятевые слога у нас образуются, ну не мы решили, японцы решили, что ятевые слога у нас образуются от ни. После него пишем маленькую ю. И показываем долготу этого слога путем написания еще одной большой гласной у. Ню. Ньюгаку. Поступление в учебное заведение. И напоследок, да, мы не забываем, что мы познакомились с правилом озвончения наших согласных. И поэтому, соответственно, слога с гласными я, ю, ё могут быть образованы и от звонких слогов. То есть, соответственно, у нас может быть слог гя, гю, гё, джа, джу, джо. С чи мы уже проговорили, что такого слога не бывает, поэтому мы проставим прочерк. Бя, бю, бё. И последний пя, пю, пё. Вот и все основные правила написания и чтения японских слов. Теперь освоив хирагану, вы фактически можете написать любое японское слово не иероглифами, но азбукой. Спасибо за внимание.